Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Пианино by Life, и сегодня вы увидите один из самых интересных и необычных выпусков. Часто при доставке пианино вы его получаете вот такой красивой и интересной упаковке. И когда вы его раскрываете, вы видите, что там находится в разобранном состоянии стойка, блок из трех педалей и непосредственно голова инструмента. И чтобы развеять ваши переживания, мы вам покажем, как собирается одна из самых популярных моделей цифровое пианино Korg C1R. Но, конечно же, собирать я его буду не одна, именно поэтому я пригласила в гости моего хорошего и замечательного друга Женю. Привет, Женя! Добрый день! Итак, почему же мы выбрали именно этот инструмент? Дело все в том, что Korg C1R — это новинка, и пока что нам, Женей, не предоставилось возможности его собирать, так что эксперимент будет абсолютно честным и чистым. Открываем коробочку. Ну и как видите, мы собрали инструмент. Это у нас не отняло много времени и не составило нам большого труда. Поэтому вам мы советуем собирать самостоятельные инструменты и не платить за сборку. А теперь давайте, пока у нас есть такая возможность, послушаем, как же звучит Korg C1R на двух разных фортепиано. Спасибо большое за внимание. Как всегда, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, и я надеюсь, вам очень понравилось это видео. Пока! Почему мы выбрали именно этот инструмент? Дело все в том, что Korg C1R — это новинка, и пока что ни я, ни ты, Женя, ты же еще не собирал? Конечно же, нет.
Женя, из тебя актер. Как из меня.